Итак, мы готовимся к выезду на Саратов Мотор Шоу. Сейчас будем Арча мыть и ехать в Саратов. Итак, Люда занимается мойкой. Я, конечно, против помывки. Лучше ехать грязными в своем естественном виде. Но Люда сказала, что это выставка, надо быть чистыми. Так что моемся. Вот и помыли мы Марча. Все блестит прямо у нас тут. Марч никогда не был таким чистым. У нас тут новые коврики. Короче, чистота и порядок. Ну, сзади, как обычно, у нас срач. Все, сейчас будем выезжать. Ну все, Марджи готов, мы поехали.